Привет, друзья! Сегодня вновь с вами канал «Я и мой хвост», его автор и ведущий Олег. И сегодня я хочу с вами поговорить о том, как научить собаку выдержке при других собаках. То есть вы выходите на улицу, часто встречающая ситуация, собака увидела другую собаку, начинает истерить, лаять, бросаться к ней играть, либо там загрызть, убить, в общем, в зависимости от того, чего она хочет, но обращает внимание на других собак. Для тех зрителей, которые думают, что я сейчас там в течение 5 минут неподготовленную собаку научу это делать, можете сразу же уходить, перелистывать. А для тех, кто хочет посмотреть, как в принципе нужно научить собаку, можно научить собаку последовательность действий, пожалуйста, оставайтесь, но болтовни будет много, поэтому поехали. Ну вот смотрите, выдержка, да? Там другая собака исходится. Я причем специально это делаю, подхожу, ну для того, чтобы вот эта выдержка была. Мы не уходим от проблем. Мы как бы идем наоборот проблеме и уходим только в спокойном состоянии. Да, моя красавица? Молодец. Все, гуляй. Иди, моя зайка. Итак, вот смотрите, что такое, как это называется поведение, когда ваша собака спокойно сидит, чтобы вокруг нее не происходило. Будь то другие собаки какие-то, снегоуборщики катаются, да, там люди ходят, машины приезжают. Это выдержка. То есть, друзья мои, я всегда, когда беру щенка домой, маленького щенка, не стремлюсь с ним изучать какие-то множество различных команд, сидеть, лежать, стоять, там что-то еще. Всегда нужно делать упор вот на такие 3 вещи. Кто смотрит давно мой канал, уже знает о том, что работать нужно с маленьким щенком, да и не с маленьким щенком, неважно. Но, в общем, любая дрессировка начинается с того, что мы понимаем, какая мотивация у собаки. Мы начинаем работать над выдержкой, да, и мы начинаем работать над концентрацией внимания. То есть увеличиваем мотивацию, да, делаем собаку, заинтересовываем в том, что она хочет получить, да, еду там, допустим, с голодной собакой работать надо, да, то есть если собака хочет поиграть, то предварительно убрать все игрушки, да, мы начинаем работать с выдержкой, да, с выдержкой начинаем работать, ну, там, с кормления щенка, да, то есть для того, чтобы ты получил миску с едой, ты должен у меня, собственно говоря, посидеть там сначала 1 секунду, потом 2 секунды, потом 3 секунды, да, то есть критерии повышаем небольшими градациями, и только после этого, собственно говоря, он получает еду. То есть вот выдержка, да, концентрация внимания. То есть еду ты не получишь, пока не посмотришь на меня. И когда вы постепенно будете развивать вот эти вот 3 вещи, да, еще раз повторюсь, это мотивация, это концентрация внимания и выдержка, то потом у вас будет получаться все. То есть, ну, как вот вам представить это на таком вот, скажем, скульптор делает из гранита какую-то скульптуру, да, он не шлифует нос у нее сначала, да, он придает ей форму. Вот в дрессировке примерно то же самое. То есть вы в выдержке, концентрации внимания и мотивации, работая над мотивацией, вы придаете эту форму, и после чего начинаете уже шлифовать те или иные команды, скажем так, ну, грубо говоря. То есть это совершенно не значит, что нужно отказаться от обучения собакой каких-то команд. Но по моему вот мнению, да, я всегда говорю о том, что это именно моя методика, это мое мнение, что не нужно заостряться там на глубине выполнения этих команд. Что нужно заостряться на том, чтобы собака у вас была выдержана, сконцентрирована, да, и мотивирована. Когда вот этого вы добьетесь 100%, тогда у вас и будет, собственно говоря, выдержанная собака, которую вы хотите, вот увидели сейчас на видео, как сидит собака, да, и вокруг нее там, что бы ни происходило, она не обращает на это внимания. Но опять же, то есть, вот научились вы выдержке перед едой. Как научить собаку? Вы ходите на улицу, да, она тут же начинает обращать внимание на других собак. Что я хочу сказать? Я ни с одной своей собакой не играю с другими собаками. То есть это идет работа над мотивацией. То есть смотрите, когда собака будет заинтересована в других собаках, да, она найдет с ними общий язык и будет играть с ними, зачем будете вы нужны своей собаке? Поэтому, если собака не проживает в какой-то отдельной стае, да, там понятно, там группа собак живет, и там они в любом случае будут играть. Но если вы выходите на улицу, да, и хотите замотивировать собаку именно на себя, я лично ученикам своего курса «Городская собака», да, и ученики, которые приходят ко мне сюда, да, рекомендую не играть с другими собаками. Вы можете ходить на групповые занятия, но для чего? Для того, чтобы ваша собака в присутствии других собак училась слушать именно вас. Поэтому я своих собак не допускаю до игр с другими собаками, понимаете? То есть собака всегда будет заинтересована во мне. Другой собаке, как бы они ни дрались, как бы они ни кусались, но это животные одного вида, да, и они всегда найдут общий язык.
Вот. Поэтому весь интерес должен сосредотачиваться на мне. Я должен быть центром вселенной у своего животного. Итак, выходим на улицу, да, критерии, есть в дрессировке такое понятие, критерии повышаем небольшими градациями. То есть мы научились без раздражителей делать, собственно говоря, выдержку дома, уходим куда-то там, заходим, да, из комнаты в комнату, собака на выдержке, после чего получает еду. Потом возле дома, да, возле квартиры, возле калитки, где-то там учим собаку свою тоже по секунду, сначала с 1 секунды, потом 2 секунды, потом 3 секунды проявлять вот эту выдержку, да, за что она будет, собственно говоря, по Ширина, потому что она у вас заранее, вы работали над мотивацией, да, и вы понимаете, чем промотивирована ваша собака, вот, и она получает за это поощрение. Потом постепенно мы увеличиваем эту выдержку. Потом мы не сразу идем в гущу собак, которые там, понимаете, много-много собак бегает, да, с сплошняком. А мы понимаем, что вот эта вот улица, допустим, пустынная, да, что здесь за забором находится собака, что она до вас не достанет, да, и мы на поводке держим собаку свою и садим ее там на выдержку. И опять же там не на 10, не на 15 минут, не на 20 минут, да, а делаем это буквально там на пару секунд, за что поощряем собаку. Но вот смотрите, над чем еще мне приходится сталкиваться в работе по коррекции поведения. С тем, что мы в основном пытаемся спровоцировать собаку на неисполнение. Это совершенно неправильный подход. То есть, ну-ка, давай-ка я тебе сейчас сделаю такую ситуацию, когда ты долго будешь держать. Да, ну-ка. А потом мы будем наказывать собаку, да? То есть, мы работаем, и все, собственно говоря, работают в большей и меньшей степени в соотношении на положительном подкреплении, на отрицательном подкреплении, да, и на условном подкреплении. Вот кто-то наказывает свою собаку за неисполнение, это такой быстрый путь, собственно говоря, да? То есть, отрицательное подкрепление в дрессировке, оно используется. Я в своей дрессировке в основном использую не отрицательное подкрепление, а положительное подкрепление. Я лучше 10 раз своей собаке скажу «да», что она молодец, да, и дам ей подкормку. И дам понимание того, что выгодно мне подчиняться, да, нежели буду наказывать свою собаку. Поэтому я вижу, заранее прогнозирую, что сейчас произойдет срыв. Понимаете, вы должны смотреть, то есть это все на кончиках пальцев должно ощущаться. Вы смотрите на свое животное, посадили над выдержку, вы понимаете, что сейчас она вот именно там 10 секунд не выдержит, а 2 секунды выдержит, да? Поэтому 2 секунды лучше поощрите 10 раз подряд, да? Чем вы один раз накажете свою собаку за неисполнение. Это вот один из моментов. Второй момент. Если вы не уверены на 100%, что ваше животное сейчас высидит здесь, да, а если будет срыв, то вам нужно не закрепить это поведение, чтобы собака убежала. Да, поэтому я всегда использую поводок. То есть поводок, он всегда, я могу не держать его в руках. Я могу этот поводок положить на землю, да, и в случае, если срыв произойдет, собака побежит куда-то, то я могу хотя бы ногами наступить на этот поводок, поэтому поводок в основном использую всегда длинный. Но тоже его использую. И только после того, как я буду на 100% уверен в том, что мое животное высидит и выдержит, да, я только после этого буду давать ему ту нагрузку, которую оно сможет выдержать. То есть, как вот в Библии написано, да, что Бог не дает нам испытания, которые мы не можем выдержать. Так вот, вы считаете, что вы вот то высшее существо для своего животного, которое понимаете, что оно не выдержит у вас, поэтому лучше увеличить срок, когда вы работаете на правильном исполнении, да, нежели за один короткий промежуток времени сорвать все то, что вы наработали вот за это. Поэтому я за провокацию исполнения, а не за непровокацию неисполнения. То есть, знаете, некоторые у нас, еще раз хочу сказать, что дрессировать начинают свою собаку. Я вообще не люблю слово дрессировка, но вот именно происходит дрессировать. Некоторые дрессируют своих собак на то, чтобы, ну-ка я тебе больше дам, попробуй-ка сорвись. Когда собака срывается, идет отрицательное подкрепление. Вот мотивация вашей собаки, когда вы начинаете правильно работать с ней, понимаете, перерастает из простейшей стадии, скажем так, зоовитальной мотивации, когда вы даете куски еды животному. Либо играете, это обучающее, да, игра это одна из форм обучения, поэтому когда вы играете, это считайте мотивация обучающая. Либо зоовитальная, когда вы даете куски еды. Это примитивные мотивации. И когда вы правильно заканчиваете, да, когда вы правильно выстраиваете отношения, у вас вот эта примитивная мотивация перерастает в мотивацию уже высшего такого, высшей категории, социальная мотивация. То есть, когда животное понимает, что вы сказали доброе слово, ей этого вполне достаточно для того, чтобы получить поощрение. То есть, ваше доброе слово является поощрением. Поэтому работайте над выдержкой, работайте над концентрацией внимания, да, и работайте над мотивацией животного, и тогда у вас получится абсолютно любая команда. А не обращать внимания на других собак, ну, еще такой момент, мы никогда не уходим, скажем так, из ситуации, когда собака возбуждена, да? Мы уходим только после исполнения, когда собака успокоилась, исполнила, и заканчиваем всегда тренировку на правильно выполненном упражнении.
Пусть это маленькая тренировочка будет, потом она будет чуть-чуть побольше, потом она будет еще побольше, да, и собака привыкнет к тому, что ее поощряют. Не наказывают, а поощряют. Заслужите доверие, заслужите уважение, и у вас все получится. С вами был канал «Я и мой хвост», я его автор и ведущий Олег. Для тех, кто, у кого возникли вопросы, мой курс «Городская собака», мы с вами будем заниматься в течение 7 недель всего.